приветствие записать. Да? Подъездное приветствие, как просила, кстати, Марина Михайловна вчера. Я записываю подъездное приветствие. А, зонтик ты взял, Валер? Да. Короче, все, мы идем на такси и едем на вокзал. Да. Возможно, что следующее вещание будет уже сразу из Москвы. Да. Прибыли, все дела. Да, да. Давай ты будешь озвучивать. Наверное, электричка. О, туристы снимают Москву. Вообще, да, туристы. Я даже не вижу себя вообще. Ты видишь что-нибудь? Не, я вижу черный экран. Электричка вообще убогая, пипец. Все какое-то вонючее, просто. Господи, слава богу, мы приехали. Обратно поедем на нормальный. Потому что это была полная жесть. Валер сказал снимать в Москве влоги, но здесь столько народу, что я немножечко стесняюсь, конечно. Давай, Валер, ты расскажешь. Мы, короче, вылезли на станции Сухаревская. Мне нужно в хэйр-шоп купить волосни. Вот. И, короче, тут вообще жесть какая-то. Пробка, я не пойму, что. Сейчас побежим. Сейчас еще. Сейчас. Кто-нибудь скажет, где вот такая? Нашла, где снимать, короче, баба. Мы, кстати, уезжали из Владимира, там вообще лил дождь, пипец. И была прям не газа. Не газа полнейшая. Здесь вроде дождя нету. Но неприятно, скажем так. Да. Моя укладка уже осела. Так, мне по ногам уже прошлись. Я сейчас хотела заорать, где мой телефон. Я же на него снимаю, я и забыла, что я на него снимаю. Короче, я продолжаю пока съемку. Ладно, Валеру я не буду снимать, потому что он недовольный. Ну, точнее, как недовольный, он просто маленечко устал. Вот, сейчас, через час уже концерт. Смотри, Валер, прикинь, я буду улыбаться вот так. Я раньше так улыбалась, когда мы ходили на концерты. Ну, тоже, короче, группа, которую я очень люблю. А Falls — это моя самая любимая группа. Я, мне кажется, везде уже протрещала, и в Твиттере, и в ВКонтакте, и везде, где угодно, что я очень люблю Falls. Вон, Валер знает, я их целыми днями слушаю. Валер, да? Подтверди. Да. Вот. Я увижу Falls через часик. Я увижу Falls. Да, кстати, вчера они выступали в Питере, а вот сегодня в Москве. И сейчас нам надо гнать. Там две пересадки надо делать, да, в метро? Вот, сейчас мы поедем, сделаем две пересадочки, потом придем, и там будут Falls. Но Валера сказал, что он не будет ни плясать, ничего не делать. Я сама пока не могу заикаться о том, буду я там плясать или не буду, в зависимости от того, какая будет обстановка. Посмотрим, и я, конечно, постараюсь что-нибудь снять в самом зале. Хотя бы на 2 минуты, если я сниму, это уже будет очень круто, потому что я боюсь, что у меня вышибут телефон из рук. Вот, и я лишусь его. Вот, такие дела. Все, сейчас скоро пойдем. Пошли. Уважаемые пассажиры, московский метрополитен обращает ваше внимание на необходимость оплаты проезда в и сообщает, что билет не оказался. Валер, сделай еще так. Сделай еще так. Повыше. Короче, мы приехали и ищем, куда идти, но по окружению здесь заметно, что люди, по ходу дела, тоже, которые стоят. Здесь вообще все. Через перекопы на Кедрине Фене, да. Видишь, там стоит. Все, готово. Да. Снимай народ. Чего? На интервью собрался брать? Валер. Ну, ты не хочешь снимать, а я буду. Там достаточно много еще. Давай, Валер, расскажи. Короче, мы стоим в очереди. Народу до жопы, да. Вообще непонятно. Здесь такой непонятный райончик, чтобы... Валер будет головка. Бобока. Бобока, Валер. Да? Давай вот с такого ракурса. Там подбородки двойные. Давай, говори. Сюда попробуй себя.
Давила вообще Валера. Я не знаю, как я стала жива, посмотри на мою башку. А что, мяч чего? Что у тебя там, все нормально? Блин, тихо, столько мусор, столько жести. Там было вообще нормально. А? Я их особо не слышал, но, конечно, неплохо отожгли так. Сейчас я сниму обстановочку на улице после концерта. Не обращайте внимания на мою челку, она немножко пострадала. Это темнота. Скольки там? Кстати, метро? До часа? До часа, да. Пойдем. Сейчас, наверное, в метро будет народу вообще до жопы. Садиться. Давай пару слов, Валер, скажи о концерте. Ну, такой вполне обычный концерт. Да, концерт был очень хороший, но минус, хотя как минус. В принципе, это так и должно было быть. Номинали со всех сторон, прыгали, скакали. В общем, такое ощущение, что я не сама сильно так вспотела, как на меня вылили под другие люди. Звучит немножечко, конечно, неприятно, но что поделать, это правда. Это правда, как ни крути. Сейчас мы идем к метро. Вот. Сколько, кстати, они песен исполнили? Мне кажется, не больше 10. 10 максимум. Я не следил. Я следил, слишком долго все настраивалось. Упал. Слишком долго. Я уже колебалась стоять. Вот. Все, в общем, очень чуть-чуть. У-у-у, красота. Вот там шум. Загадочный Валерий.
Кстати, вроде не холодно, да? Можно ладно, у меня кудрявая челка очень, да? Нормально. Как мне встать? Это видео все равно. А, кстати, можно снять этот, как его. Ничего не видно. О, сними вот здесь. Чё? И ничего вообще, где мы находимся. Да, блин, все уже 100 раз это видели. Ну, блин, я не снимала. Вау, мы туристы, мы в Москве, ёпта. Типа такие дорвались, да такие пипец. Приехали эти, как там это называется-то? Из деревни приехали. Да не из деревни, а как там это называется, когда из других городов приезжают, с провинции, да? Да. Такие провинциальные, такие, мы в Москве. Нет, наверное, кстати, некоторые так и подумают, что мы там дорвались. Ну что? Просто я ни разу не гуляла по ночной Москве, да, ни разу, я вам могу сказать. Ну что ж, пошли, да. Я кудрявая, вообще да кудрявая. Посмотрите мою челку, господи. Ну ладно. Зато я такая, какая есть. И вы видите мои минусы. И вот это вот тоже. Вот, и мы идем к охотным рядам. В надежде, что Макдональдс открыт. В общем, надеюсь, что нам удастся сейчас присесть, потому что хочется где-то, если честно, приложить задницу уже. Да, хочется задницу приложить, потому что я настоялась по самое не хочу. Настоялась так, что меня еще и прижали и зажали. Да сейчас покажу. Еще я надеюсь найти, кстати, где можно воткнуть телефон на зарядку. Не знаю, есть ли в Макдональдсе розетки. Звучит, наверное, очень тупо, что я интересуюсь розетками в Макдональдсе, но было бы очень даже неплохо, если бы они там были, потому что видно меня более-менее. Это ночной влог. Должно быть так. Да, было бы очень неплохо, на самом деле. Если там была розеточка, я бы пристроила свой телефон, потому что мне осталось 20%, а Оллер, по-моему, вообще 5%, потому что он снимал каждую песню Falls. Вот. Так что Валера сегодня телефон еще даже более бывалый, чем мой. Валера тоже снимал влоги, но без комментирования, там чисто музон. Такие дела. Да. Я в очках так тупо смотрюсь, в такой отблеск дает непонятный. А без очков у меня вот здесь такая хренотень от очков, от надавленных. Вот такие. У меня мама, кстати, очень волнуется. Сейчас я ей звонила, она мне говорила, что «Наташа, Наташа, будьте осторожнее! Подъедут из-за угла, вас заберут, заберут». Я говорю, мам, да кому мы нужны? Из-за угла нас забирать, господи. Все будет нормально. Вроде я так более-менее успокоила. Вот. Такие дела. Нормально. Покажи, вот, как коню брюхо промывают. Да, смотрите, как коню промывают брюхо. Кстати, картина очень интересная. Вот, видите? Это называется за кадром. Причем нанесло так конины. Хоть конины и железные, бронзовые там, я не знаю. Но нанесло реальной кониной. Валер, почему? Какая связь? Ну, наверное, связь та, что здесь днем гуляют просто, возможно, лошадки. Водят здесь каких-то лошадок. И этот запах здесь питался. Но просто это такое совпадение, что намывают конину и несет реально конину. Пошли жрать. Очень интересно. Валер говорит, пошли жрать, пошли. Идем. Наташа, ничего не видно. Жесть.
Сейчас, если я побегаю, я думаю, что мать как раз согреет. На свой будешь снимать или на мой? Я не знаю, что мне темно так вообще. А? Мне так темно. А ты что делаешь сейчас? Видео. Видео? Поведай, откуда, мне, откуда мы вылезли вообще, мы из какой вылезли берлоги. Из такой берлоги. Не, ну там, в принципе, что, вечер, ночку скоротать нормально. Какой-то клуб. Есть, как бабло он, есть как в кармане. Если бабло есть в кармане, то нормально. Как там называется? Мастерская какая-то, да? Мастерская, да, просто. Вот мы там седанули, и сейчас идем. Ой, дождик что ли был, или тут тоже мыли? Не знаю. Вот, и сейчас мы идем по утренней Москве. Еще нету даже 5 часов утра. Сейчас я буду сказать, как сивый олень. Да, только народ тут все равно дофига. Видишь, все равно народ гуляет. Не, нормально. Надо устраивать скачки. Вот такие. С кольцом. Куда, Наташа? Я не могу. А? Я пусть сейчас трясется. Пойдем на фонтанчик дать. Ну давай, ведай что-нибудь, пока идешь. Я что, ведать? Да я вот думаю, что мне надо реально сейчас это скакать, прям прыгать, чтобы не замерзнуть, потому что ляжечки голые, голые. А утрит солнце, прохладно на улице. Боты просто в хламу вообще. Так мои как тоже. Из жопы. Смотри, мои. Туду. Шровчик. Убитые боты. Пусть и дерьма. Буду тираться. Я говорю про хвостик. Укладывалось, укладывалось. А все было зря. Суть в том, что сейчас... Скажи что-нибудь о пустынном метро. Пустынное метро — это очень хорошо, я вам могу сказать.